Установлено, что подозреваемая, имея доступ к сильнодействующим лекарственным препаратам, находясь в служебном кабинете, сбыла своему знакомому, ранее судимому мужчине, около 3 граммов вещества «Трамадол». Сделал мне рецепт на лирику. Я его отдал. Еще что-нибудь отдавала она вам? Да, давал «Трамадол». Это что такое? Это в таблетках, 15 штук. Вину признаете? Вину признаю. Также установлена причастность мужчины к сбыту указанного вещества одному из жителей города Энгельса. За какую денежную сумму? 500 рублей. Я ему, мы с ним заранее договорились, я ему позвонил, он сказал подойти в поликлинике. Он зашел к врачу, терапевту, взял мне рецепт, вынес мне, дал. Незаконная деятельность подозреваемых пресечена сотрудниками ОНК УМВД России Энгельской Саратовской области в ходе проведения оперативных мероприятий. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренного частью 1 статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Денис Желтов, Дарья Хохлова, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.